Ежедневно для обеспечения общественного порядка по соблюдению строгого карантинного режима задействовано 245 сотрудников полиции, 44 военнослужащих, 36 бойцов Национальной гвардии. За время введения карантина к административной ответственности было привлечено 287 западных казахстанцев. Теперь сотрудники полиции будут проверять справки с места работы граждан по единой электронной базе «Сергек». Об этом рассказал на брифинге в региональной службе коммуникации заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции Западной Казахстан. Казахстанской области Мирхат Аженов. При проверке граждан особое внимание обращается на отдаленность от места проживания, а также устанавливается причина нахождения в недоступной территории. До сегодняшнего дня в качестве подтвержденного документа граждане предъявляли справки. Однако в настоящее время департаментом полиции и совместно с местными исполнительными органами разработана база «Сергек». Блокпост называется. И, значит, благодаря этому, значит, сотрудники полиции будут проверять граждан по данной электронной базе. Полиция, значит, дает разъяснение, значит, будет осуществляться контроль граждан. Также, значит, осуществляется сотрудник будет проверяться по данной электронной базе, что позволит в данной полной мере выяснить данную работу. То есть, если сведения о граждане отсутствуют в базе, то он будет привлекаться по статье 476 за несоблюдение требований режима карантина. На сегодняшний день за несоблюдение требований режима карантина к административной ответственности привлечено порядка 287 граждан. Пользуясь случаем, хотелось бы попросить граждан, значит, после 21:00 находиться в домашних условиях.